Наверняка ты давно уже хочешь себе новые наушники, но сомневаешься, какие именно тебе подойдут лучше. Прошки, вторые, третьи или максы. Я уверена, что проводные ты отметаешь сразу. Все зависит от строения вашего уха и какой форм-фактор будет наиболее удобен для вас. Так, например, форм-фактор прошек подходит 60% населения, но форм-фактор двоек подходит практически всем. Здесь мы можем дать вам достаточно простой совет. Просто попросите у ваших друзей наушники, попользуйтесь ими и решите, какие будут наиболее удобны для вас. Ну и второй критерий – зачем вам нужны наушники? Если вы часто занимаетесь спортом, то однозначно вам подойдут больше прошки или максы. Например, у прошек есть пыли и влагозащита, то есть в них не будет попадать пот. И если вы часто находитесь в шумных местах, то также советуем выбрать максы или прошки, потому что у них есть такие функции, как шумоподавление и прозрачность. Ну а все эти замечательные наушники, кстати, по низкой цене, вы можете приобрести у нас в магазине Repods, заказав их через Озон.